Всем привет. Интересный механизм такой нашел. Сейчас посмотрим мы на него. Вот. Стоит он на рельсах. Вон две пары. Вот. Такая тяжелая вообще машина-то. Узкоколейка, скорее всего. Тут, походу, фара была. Вот. Двигатель, походу, была электрическая. Вот. Здесь, походу, машинист сидел. Потому что вон сиденье, руль какой-то. Кабинка такая небольшая. Походу, для шахты для какой-то. О, приборчики тут какие-то есть. Бак сверху. Вот. Ну и, скорее всего, вот эта крышка, которая была сверху одета. Вот. В принципе, здесь больше нет ничего. Ящик. Сапоги резиновые. Кроссовки. Ну и всякий хлам вообще ненужный. Сейчас мы попробуем дальше пройти, посмотреть, что там дальше есть. Через вот это отверстие попали на какую-то узкоколейку. А куда она идет, я, честно говоря, даже не знаю. А, ну куда-то на улицу. Куда-то на улицу. Все закрыто. Вот. И жалко, что мы с вами не можем попасть вот туда. Было бы на самом деле интересно побывать там. Но это все заварено. Можем только вот так вот посмотреть. Больше никак. А, ну еще вот так вот. Так что все. Дальше прохода нету.